Помните? Помните, как все начиналось? Каким долгим и тернистым, но захватывающим дух был этот путь. Путь к этому большому и дружному коллективу. Путь к новым технологиям и широкому ассортименту. Путь к семейным династиям и целой сети точек по всей России. А ведь все начиналось с одной маленькой пекарни на окраине поселка Аюта и тяжелого человеческого труда, подкрепленного верой в важность своего дела. В ассортименте компании было всего два вида хлеба – батон и кирпич. Сегодня же ассортимент продукции насчитывает более 60 видов и способен удовлетворить даже самые изысканные вкусы покупателей. В далекие 90-е на предприятии работало около 30 человек и всего несколько семей. Сегодня в компании «Аютинский хлеб» трудится более 1000 человек и более 40 семейных династий. В 1994-м продукция компании продавалась лишь в поселке Аюта и городе Шахты. Сегодня наша продукция представлена более чем в 50 крупнейших городах России и множестве отдаленных населенных пунктов. Компания была основана в 1994 году и прошла огромный путь, достойный уважения и восхищения. За 30 лет мы сформировали ценности, объединяющие не только каждого нашего сотрудника в мощную и эффективную команду, но и демонстрирующие нашим партнерам и потребителям уважение и открытость в нашем взаимодействии. Именно об этих ценностях хотят рассказать вам наши специалисты. Почему качество так важно? Хорошая репутация выстраивается годами, и благодаря нашему качеству потребители доверяют нам. Каким должен быть сотрудник, чтобы выполнять работу качественно? Профессиональным, внимательным, вовлеченным и, самое главное, любить свою работу и компанию, в которой работает. Компания «Аютинский хлеб» — это не только команда отличных профессионалов, это еще и семья, где все делается с душой и любовью. Почему уважение является одной из ценностей компании? Потому что это очень важный принцип любых отношений. Уважение – это сильная черта характера, а мы – сильная компания. В чем проявляется наше уважение к партнерам и покупателям? Мы всегда добросовестно выполняем свои обязательства, честно и ответственно подходим к своей работе, делаем вкусный хлеб достойного качества. Как проявляется забота работодателя? В первую очередь через создание комфортных условий в работе, стабильной оплаты труда, выполнение своих обязательств перед сотрудниками, мотивации, как материальной, так и нематериальной, да и просто уважение, отношение, оно ведь в мелочах проявляется. В чем выражается забота коллег? В помощи, в поддержке, в добром слове, понимании того, что мы действуем как единый организм. И от эффективности каждого элемента зависит то, где мы окажемся завтра, насколько быстро и эффективно мы сможем развиваться. Как вы считаете, мы надежная компания? А как же? Нас выбирают, нам доверяют сотрудники, партнеры, покупатели. Это самое ценное доказательство надежности. Надежность – одно из ключевых качеств, которое позволяет нам строить планы на будущее. На ваш взгляд, какой отдел в компании самый надежный и важный? Все отделы важны. Возможно, каждый отдел думает, что он самый-самый, но только работая сообща, мы можем добиться наилучшего результата. Какие изменения, улучшения в компании больше всего поражают вас и почему? Для меня, в принципе, история «Аютинского хлеба» поразительна. Из маленькой семейной пекарни в крупнейшего индустриала Юга России – это колоссальный успех. Нужно ли развиваться сотрудникам или достаточно развития компании? Конечно, нужно. Одно без другого не существует. Нужно учиться, профессионально расти, развиваться. Тем более в компании создаются условия для этого. Я люблю «Аютинский хлеб», потому что... Потому что компания – надежный работодатель. Потому что здесь работают замечательные люди.
Продукция компании качественная и очень вкусная. Потому что это крутая компания. Это самый лучший и любимый хлеб. Потому что аютинский хлеб – это всегда с душой и любовью. За год мы выпекаем более 50 тысяч тонн хлебобулочных изделий. Получаем более 1,5 миллионов заказов от клиентов, которые развозят наши водители, проезжая более 7 миллионов километров. Мы объединили одной идеей более 1000 сотрудников, которые поддерживают непрерывный цикл производства хлеба 365 дней в году, благодаря чему мы каждый день радуем свежим хлебом миллионы потребителей, сохраняя доверие и репутацию. Потому что аютинский хлеб – это всегда с душой и любовью.